Добраться до Одессы станет проще. «Укрзалезнеся» назначила дополнительные летние поезда из Львова, Харькова и Запорожья. Так, поезд из Львова в Одессу будет курсировать с 30 июля по 10 сентября по счетным числам в 17:30. Из Одессы он отправляется с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17:00. Поезд сообщением «Одесса-Харьков» будет отправляться из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. А обратно из Харькова добраться до Одессы можно будет 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17:36. В 4:20 будет отправляться поезд из Запорожья. Он будет курсировать только 3 дня – 5, 15 и 25 августа.